Привет! Сегодня мы рассмотрим два способа приготовления пищи в горах. Разберем способ приготовления на костре, либо на газе. Что будет из них проще, что из них легче, что дешевле и так далее. Я думаю, что вы уже поняли, какой из способов немного проще. А теперь поговорим о тонкостях. Давайте начнем с костра. Яна, что первым делом нужно сделать, чтобы начать готовить на костре? Если на стоянке нет кострища, то вам нужно будет сначала найти камни и организовать его. Я так понимаю, что под каждый котел нужно будет индивидуально делать, да? То есть да, по-любому. Вот. Каждый размер. Что потом? То есть... Потом нужно будет идти в лес и собирать дрова. То есть мы шли с рюкзаками целый день в походе, целый день шли, допустим, там 15-20 километров прошли, пришли на стоянку, и нам надо идти в лес. Да. Хочешь готовить на костре? Иди работай. А если вы собираетесь готовить на газе, что нужно сделать? В случае с газом нам нужно достать саму горелку из чехла и накрутить ее на баллон. Все. Но тебе придется тащить весь газ с собой, ведь одним баллоном ты не обойдешься. Да, получается, что мне придется таскать несколько баллонов, а тебе придется таскать топор и ножовку. А по весу они тоже, знаешь ли, немало весят, да? Но при этом мой газ будет уходить, и он будет облегчаться. Let's see how you like it. А топор с ножовкой остается одного веса на протяжении всего похода. А если пойдет дождь? Ну, можно будет замутить какой-нибудь тент, чтобы под ним развести костер. Ну, если тент, то есть ты его все равно тащишь с собой, это лишний вес опять же. Ну да. А если дождь идет, соответственно, дрова мокрые. Да, мокрые. А на газе можно спокойно готовить в тамбуре палатки, когда идет дождь, то есть здесь контролируемое пламя. Главное здесь не прыгать, не скакать, не перевернуть его и все. Поэтому во время дождя на газе очень удобно готовить в палатке. Мы сейчас находимся на высоте 2000 метров. Видите, тут вокруг есть деревья, то есть можно найти дрова. А вон там, где высота выше 2500 метров, уже нет ни деревьев, ни кустов, так что костер вы не разведете. Поэтому те, кто ходит в длительные походы на большие высоты, предпочитают носить с собой примусы, либо газовые, либо бензиновые. Потому что готовить на костре и терять силы, чтобы собирать ветки, ну просто не хочется. Зато костер дешевле. Без сомнения, костер это намного дешевле, но получается, что там, где ты будешь среди камней, у тебя просто не будет возможности. Костер нужен в основном для настроения, чтобы классно посидеть вечером у костра, порассказывать истории и пожарить сосиски. Да, я с этим полностью согласен. Поэтому берите газ, он лучше. Надеюсь, вам было полезно это видео, так что не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Пока-пока! Ах да, еще один недостаток приготовления на костре – это сажа.